Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами очередная распаковка вот такого вот набора с фигурками животных. У меня на канале есть плейлист с распаковками разных других детских товаров, поэтому ссылку на него вы найдете в описании. Кроме того, как вы видите, здесь будут фигурки диких животных. Вот, а у меня есть еще распаковка домашних животных набора под названием «Ферма». Ссылку на него я тоже вам оставлю в описании. Поэтому не забудьте подписаться, чтобы больше ничего не пропустить. Вот, поставьте пальчики вверх, если вам интересно все, что связано с детьми. И давайте начинать. Самое первое, что мы сделаем, наверное, прочтем информацию, которую дает производитель. Давайте, я думаю, что она вот здесь сзади. Первое, это, конечно же, дети от 3 лет. Так, что у нас здесь? Здесь о том, что срок годности не ограничен, о том, что это животные, в принципе. И, как понятное дело, у большинства игрушек производитель вот Китай. Ну что, давайте с вами открывать и оценивать то, что внутри. Давайте. Так. Посмотрим для начала вообще, сколько здесь, в принципе, животных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего 6 фигурок. Ну что, должна сказать, что в сравнении с набором «Ферма», конечно, проигрывает. Там в разы больше. Там только одних коров несколько штук. В принципе, там нет ни одного животного, где было бы меньше, чем 2 штуки. Разного размера, но тем не менее. Вот. Здесь же все, насколько я вижу, в единственном экземпляре. Но, возможно, это объясняется тем, что домашних животных в принципе больше, а это у нас дикие животные. Вот. Потому что, если верить, вот видите, здесь изображены дикие животные и подпись, что это королевство животных, царство. Вот. Значит, они водятся в природе в гораздо, гораздо более ограниченном виде, чем домашние животные. Наверное, поэтому и в наборе их тоже меньше. Ну что, давайте с вами смотреть, кто здесь есть. Так, первое, это у нас вот такой вот медведь. Вот, медведь. Давайте дальше. И очевидно, что это у нас слон. Слон. Вот. Что здесь? Здесь у нас тигр. Тигр. Так. И дальше идет носорог. Носорог. Так. Затем у нас лев есть. Вот. И последняя фигурка это горилла. Вот. Ну что, как видите, в принципе, все фигурки одного размера. И это, кстати, тоже еще одно отличие от набора с фермой. Там все животные разных размеров. Есть побольше, поменьше. Здесь же они все одинаковые. Абсолютно разное, естественно, цветовое решение. Достаточно в некоторых случаях приближено к реальности. Ничего не могу сказать. Вот. А набор вообще ничем не пахнет. Вот, и фигурки более твердые, чем в предыдущем наборе, где домашние животные, но не настолько, чтобы малыш мог что-то себе повредить. Вот, как видите, все-таки их пусть немного, вот, но можно сжать. Прокрашенность достаточно хорошая, вот.
Так, ничего плохого на первый взгляд не бросается в глаза. Ну, насколько они интересны или неинтересны, я опять-таки расскажу в более подробном видеообзоре. Поэтому, чтобы его, да и все остальное не пропустить, обязательно подпишитесь на канал. Расскажу, как себя повели игрушки, так как это резина, то я думаю, что ее малыш вряд ли прокусит. Но, тем не менее, об его опыте использования этих фигурок я обязательно подробно расскажу. Так что пока вот такие вот первые впечатления. Набор, конечно, неплохой, не очень многочисленный, но для первого знакомства с дикой природой мне он кажется неплохим и нет излишней перегруженности информации. В то же время все они достаточно разноцветные, чтобы малыш смог их выучить и не путать. Ну вот, в принципе, и все. Поэтому ставьте пальчики вверх, оставайтесь на канале и до встречи в следующих видео.